Новый маршрут будет курсировать из Москвы в городской округ Люберцы. Ранее отмененные Минтрансом области автобусы номер 411 и 561 будут частично заменены маршрутом номер 67. На новом направлении увеличится количество машин. Также будет изменен путь их следования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Люберецкой администрации. Люберецкая администрация совместно с перевозчиком увеличила количество транспорта на новом маршруте для нормализации дорожного движения Татамилин. Рушинский уточнил, что с Минтрансом Подмосковья сейчас обсуждается возможность возобновления маршрутов 411 и 561. Напомним, что эти автобусы ранее являлись межсубъектными и соединяли Подмосковье с Москвой. После открытия метро Котельники все транспортные потоки из областных городов были перенаправлены в город Котельники.